Вот такие головки у меня получились. Я их не разрисовываю, а пока оставляю вот такими, как есть. Здесь я просто собрала все в кружочек. Здесь вот затянула. Здесь тоже в зависимости от трикотажа, в зависимости от набивки и в зависимости от стягивания получаются немножко разные размеры. Ну, вот такие красивые головки мы с вами сделали и будем делать из них куклы.